Эти девочки прошли своего рода кастинг. Им исполнилось 14 лет, и все они ведут активный образ жизни. Именно по такому принципу юных жительниц Ленинского района Ульяновска отобрали для того, чтобы вручить в торжественной обстановке первый в их жизни документ. Устраивать церемонию вручения паспортов – давняя традиция Российского союза молодежи. Проходит она в формате акции «Мы – граждане России». Российский союз молодежи инициировал эту акцию уже почти 20 лет назад. Но она заключается в том, что в торжественной обстановке паспорта гражданам, молодым гражданам России вручаются известными людьми, представителями власти. События для девочек устроили в зале дворянского собрания. Вручали паспорта представители общественной палаты, глава Ленинского района в преддверии 8 марта. Девочек должно было быть также 8. Однако на церемонии присутствовали только 7. Срединих гимназистка Амина Хисамединова. Теперь уже гражданка с паспортом мечтает связать свою жизнь с IT-сферой. Год назад она бросила танцы, чтобы больше времени уделять программированию на языке питун. Вообще узнавала мама. Мы все вместе оставляли, как говорится, лук. Вот. И просто готовилась морально, чтобы поговорить, как бы себя вести. Еще одна обладательница паспорта София Моисеева из 57-й школы долго придумывала подпись для документа. Дома она уже приготовила место, куда положит паспорт, чтобы не потерять. Это так волнительно, потому что паспорт – это как будто вход в новую взрослую жизнь. Теперь то есть, у меня будет свой личный документ. Радостное событие вместе с детьми в торжественной обстановке разделили их родители. Рената Алиулова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.